же мне с тобой делать? Ты никак не хочешь умирать. Но неужели мы так отличаемся? Ты лишаешь людей жизни, как и я. Мне осталось забрать лишь одну жизнь. И на этом кончено. Так забери ее. Мне сказали, твой сын визжал, как девчонка, когда его прибивали к кресту. А жена стонала, как шлюха, когда ее насиловали. Еще и еще и еще. Время почести кончится, повелитель. Найди меня! Они тебя слышат. Свете. О, да. И что ты им говоришь? Своему сыну. Я говорю, что мы скоро встретимся. И чтобы крепко сидел в седле на лошади. А моей жене... Это не твое дело.